Всем привет, дорогие друзья, с вами Родригес, и я рад вас приветствовать на нашей счастливой ферме. Ферма слизней у нас, в общем-то, она у нас просто цветет, ребята, и пахнет. Она оживет, ребят, своей жизнью. Посмотрите, здесь по-прежнему все круто и хорошо. Так, ребят, ну что мы сегодня сделаем? Давайте посмотрим, что мы сегодня можем сделать. Я хотел прокачать нашего главного героя. Мы можем установить, в общем-то, пушку такую, вакуумную пушку, которой мы будем стрелять водой, ребята. А также улучшить наш джетпак, чтобы у нас меньше он тратил энергии. Дэш-бутс, ребята, это я не знаю, что это такое вообще. Тоже какое-то улучшение, что-то сапоги какие-то интересные. Так, пульс вейв. Это у нас, возможно, не знаю, что это такое. Здоровье, короче, энергия и танк бустер. Это у нас, получается, мы можем брать до 30 юнитов с собой. Давайте мы сделаем, наверное, воду можно будет набирать. Отлично. Так, это прекрасно. Так, что еще можно сделать? Мы сейчас доберемся до водички и... испробуем это дело. И я улучшил наш джетпак. То есть мы будем летать намного дальше, чем мы могли бы это сделать раньше, да. И у нас, посмотрите, как растет у нас клубничка, ребята, клубничка. Клубника у нас, а? Клубника. Так, после болезни, ребят, я немножко отлучился. Давно мы не записывали, я вот что-то не понял. По-моему, эти любят у нас клубнику, да? Медовые, да? Или нет? А что он один всего? Подожди. У нас, так, эти мясо... Нет, должны... Должен нас... подожди, а кто же нас любит-то, а, клубника? Да вот эти же должны любить. Они же любят фрукты. Да. Так, ну что, у нас 130 всего лишь монеток. 130. Ух ты, можно сколько здесь забрать? 12 у них есть. Так, подожди, у вас сколько... У вас не так-то и много, 4 всего лишь. Так, у этих сколько? Давайте пробежимся, посмотрим. Ух ты, 26, нормально, нормально. Так, а забрать я все пока не смогу, да, потому что нам нужно расширить еще слот. Так, у этих сколько? А у нас тут куренок один затесался, куренок. Куренок, кто у нас любит мясо? Вот они, вот эти вот товарищи у нас обожают мясо. И мы сейчас... Так, вот еще, кстати, кристальчик. Кристальчик у нас появился. Кристаллы с небольшой задержкой здесь появляются. Я как раз здесь еще возьму 8. Так, мы сейчас, ребят, соберем деньжат. Мы сегодня отправимся... Так, у нас там курица одна выбежала, да, я смотрю? Ага, понял. О, у нас здесь еще курицы плодятся. Ну, короче, огород у нас полным ходом. Все, ребят, развивается прекрасно, просто великолепно. Так, посмотрим на цены. Мы сегодня будем открывать, ребята, новую территорию. Возможно, мы найдем новых слизней. А, так, хорошо. Так, сливаем, зарабатываем деньжата. 500 уже было почти... У нас было 130, так, прекрасно. И... А, хорошо, 1132, ребята, 1132. Вот это мы подняли бабла. Так, нормально. Так, что у нас? Ну-ка, давай, иди сюда. Так, а кто у нас любит... А кто... А, нет, это вот любимые блюда, там другие немножко курицы. А вот... Ага, а вот кошаки у нас любят именно таких вот каменных. Так, пойдем сдадим. Еще немного так, выджи. Ну, давай соберем, покормим. У нас есть товарищи, кто любят. А, это, по-моему, репа или редиска, ребята. Так не разобрался, по-моему, редиска. А может быть... Ну, вообще, похоже на редиску. Так, это любимое же, да, и блюдо, да. Давайте, синенькие, кушайте. Посмотрите, сердечки полетели. Красота. Они сейчас тут нам столько кристаллов дадут, что... Посмотрите, сколько уже. Обалдеть. Так, ну ладно. Это хорошо. А, там у нас кормушки уже появились, нет? Кормушечки. 20 кристаллов. Круто. Так. У нас еще нападали. Ну ладно. Ну, в общем-то, ребята, можно зарабатывать. Как вы видите, деньги текут рекой, по сути. То есть вообще нормально. Можно прям хорошо сейчас поднимать деньжат. 1400. Полторашечку почти заработали. Круто. Так, а эти у нас любят... я вспомнил. Любимое блюдо это как раз...
Манговая, да? Манго. Манго. Манго-фрукт. Так, нам их нужно сколько? Нам их нужно... давайте возьмем 20, например. И у нас вот я вижу, что эти ребята у нас любят же, да? Манго. Отлично. Но они уже так поели плотненько довольно. Можно, кстати, сделать кормушку, чтобы побольше. Ну, давай я побольше вам накидаю, чтобы у вас прям вот нормально было. Надеюсь, они не испортятся. Так, 4 всего. Ну, какое-то время нужно для того, чтобы собралось сюда побольше кристаллов. Ну, а мы тем временем, ребята, отправимся, посмотрим. Мы посмотрим, ребята, новую территорию. Попытаемся найти, потому что мне писали в комментариях по поводу новой территории, что у нас есть новая территория. Где-то, где-то, какой-то пещере, ребята. Есть одна пещерка, есть у меня одна идея, куда можно сходить. Но это надо проверить. Так, здесь у нас мы купили территорию в прошлой, по-моему, в прошлой, позапрошлой серии. Кстати, это тоже у нас любят фрукты. А они, кстати, любят, наверное, у нас... сейчас мы посмотрим, фосфорные, что они любят. А, клубнику они у нас любят, клубничку. А здесь я поставил специально... хранилище, ребята. Мы будем, если соберем какой-нибудь золотой кристальчик, то мы обязательно его используем. Так, ладно, пойдем посмотрим, что у нас здесь, вот в этой вот. Ага, здесь у нас телепорт какой-то, да. И я здесь ничего такого не нашел. Возможно, это будет здесь какая-то другая территория. Не знаю, там откроется что-то. У нас там будет наверняка. Я на это, по крайней мере, надеюсь очень сильно. Так, ну что, ребята, пойдем искать новую территорию, прикольно. Глянем, глянем. Так, у нас, кстати, один есть ключ, подожди, у нас есть один ключ неиспользованный. У нас есть один ключ неиспользованный. Сейчас по дороге я, кстати, захвачу. Креста 32, нифига себе, 32, ребята. Это же вообще шикардос. Это же вообще шикардос конкретный, да, ребята. Это круто. По 32 мы сейчас сдаем, и как раз по 32. Ага, нормально, нормально, нормально. Сейчас еще мы сдадим. Какие у нас тут? Ой, здесь еще 5 валяется. Здесь еще я вижу. Надо еще их забрать. Так, а у... Вот 11 кристальчики есть у красных, да? Так, а что у нас котяра-то вылетел? Как он, кстати, вылетает-то, а? Котя... Погоди, ты как? У нас же потолок натянут, подожди, дружище. Ты как выпрыгиваешь-то? У вас разве потолка нет? Это как так-то? Я не понял. Не понял я. Ладно, придется вам сделать, иначе... Смотрите, ребят, я сделал с этим потолок. Потолка-то нету, воздушная сетка там как-то называется. Она должна быть, кстати... Почему ее нету? Вот отсюда ее видно. Вот она. Но они спокойно перепрыгивают. Придется вам поднять, наверное, стены. Придется поднять стены, потратить немножко деньжат. И мы увеличиваем стены. Я надеюсь, они не перепрыгнут. Так, ну ладно. Хорошо, сейчас сдаем. Мы сейчас заработаем 350. Я думаю, мы, наверное, сейчас окупим. Окупим это дело. Так, нормально. И... 2285, ребята, мы собрали бабла. Отлично. Так, что мы хотели? Давайте мы себя прокачаем еще. Раз мы сегодня захотели сегодня прокачивать себя, давайте, ребята, этим займемся. Увеличим нашу энергию. Увеличим свое здоровье. Так, танк-бустер на 30 юнитов теперь можем брать. Прикольно, прикольно. Теперь можем собирать по 30. Пульс Wave. Так, это что у нас означает? Вэкпак. То есть всасываться, наверное, будет, наверное, может быть, сильнее. Это как-то произойдет, я не знаю, может быть. Как-то увеличивает нашу всасываемую пушку. Вакуумную. Так, у нас остается 585, ребята. И... Короче, я прокачал, ребята, абсолютно все. Вот в абсолютно все, что у нас есть. Мы сегодня прям прокачали себя на полную катушку. И нормально. Пойдемте путешествовать, ребят. Мы сейчас наберем воду. Наша задача попробовать набрать водички побольше.
Ой, у нас как у нас много энергии. Так, я, наверное, возьму немножко морковки. Для чего это сделаю? Вдруг нам встретится золотой, ребята. Вдруг нам встретится золотой слайм. Золотой товарищ. Мы его сразу будем атаковать. Мгновенно просто. Так, у нас там нигде не появился. Писали по поводу того, что есть еще какой-то лаки слайм. Ребят, есть еще... Мы сегодня сюда отправимся. А есть еще товарищ, который вроде как радиоактивный, говорили. Ох, ё-моё. Так, что это здесь такое происходит у вас? Ну-ка, дайте мне воды набрать. Я могу на воды набрать? О, набирай воды. Секунду. Секундочку. Тихо, пятерочку. Выбираем пятерку. А-а-а, нормально. Так, короче, сваливаем отсюда. Так, а можно куда-нибудь от них уйти, а? Дальше есть проход? Вроде есть. Воу! Mine all mine, ребята! The Indigo! Query! Что это? Ё-моё! А, это тот самый ключ, который открывает новую локацию, ребята! Новая локация! Посмотрите, как нам дико повезло! Вау! Вау, новая локация, это крутейшин. Это просто что-то невероятное. Ребята, не забывайте ставить лайки, если вы хотите продолжение Slime Rancher. Лайки, пишите комментарии, ребят. Ваши комментарии я абсолютно все, ребят, читаю, все читаем. Особенно перед съемками новой серии, я еще раз их прочитываю. Так, так, ну давайте изучать будем новую локацию. Что у нас здесь... Есть какие-то звуки, тут уже сразу кого-то хавают. Кого-то едят. Посмотрите, какая атака. Давай, я туда вас всех скину. Так. Еще один остался у нас, что ли? Вот таким вот образом всех покидали, четверых. Но музыка все-таки по-прежнему. А это что у нас такое? Так. Ага, это просто фрукт. Ну, как-то он, мне кажется, более яркий. Так, посмотрим. Может быть, каких-то новых мы найдем, а? Водички у меня немного. Здесь можно воды набрать? Где-нибудь у кого-нибудь вода есть? Нет? Можно бы водички нам бы набрать. Было бы неплохо. Так, давай, улетай. Так, кристаллы я пока брать не буду. Давайте мы изучим новую территорию. Посмотрите, здесь какая заруба, ребята, идет. Конкретная просто заруба. Так, что это? Давай наверх взлетай. Я предлагаю залезть наверх, посмотреть, что наверху. Ну же, ну, давай. Прекрасно. Так, ну, ничего такого, ребят, наверху нет. Чтобы привлекло наше внимание, я думаю, нам нужно идти, наверное, вот куда-то вот сюда. Хорошо, что мы здоровьишко подлечили и энергии набрали. Чё написали? Ларго, Ларго. Pink Rock Largo. А, ну понял, да, это тут. Ух ты, ночь у нас здесь. Ёма, вот он босс, ребята, новый. Рок Гордо. Каменный Гордо мы нашли. Веджи, кстати, он любит. А фрукты не любит, да? Фрукты не любит, только Веджи. Ну ладно, будем знать. Ребята, мы нашли нового босса, открыли новую локацию, прокачались мы сегодня прямо по полной. Это же здорово, это здорово. Так, интересно, здесь какая-то ночная такая локация. А, опасно, наверное, здесь. Какие-то грибы непонятные растут. Что здесь творится? Тихо как-то, подозрительно тихо. Может быть, как-то наверх забраться, нет? Вот там что-то есть, давайте мы туда полетим, а? Давайте мы полетим. Давай, поднимайся, ну же. Не, ну реально, прокачали же мы, черт возьми, вот... Вот единственное, что как бы слабовато, это вот наш джетпак. Он как-то вообще прям еле-еле тащит. Прям, я бы сказал, он вообще не тащит. То есть просто очень слабенький такой. Прям вообще, ну давай, ну рви, ну. Не, ну, ну нереально, я не могу залететь. Вот я хочу он туда попасть, но почему он туда не может запрыгнуть? Ладно, пойдем, а лучше обойдем. Может быть, нам нужно просто обойти, может быть... Ё-моё, зеленые какие-то слизни, ребята, зеленые. Чё за фигня? Вау,
Red Slime. It's a Radiant... А, это радиационные, ребята, это радиационные. Слушай, ух ты, они, смотри, меня заражают радиацией, появляется радиация. Типа, я могу, наверное, умереть, да? Если они слишком меня будут... Короче, это напоминает уже, ребята, Fallout какой-то немного, да? Есть такое, ребята, мы нашли новых слаймов. Радиационные. Давай, иди сюда. Давайте их соберем побольше. Тихо, еще у нас тут, смотрите, сколько их много. Их просто здесь целое нашествие. Их огромное здесь количество, ребят. Сундучок. Так, нормально. Столько новостей сегодня, столько новостей. Так, ну давай, иди к нам. Так, забираем тебя. Тебя не надо. Так, ну можно курочку. Давай возьмем куриц. Курочки к нам. Всем. Такая музыка приятная. Ну, реально, так все красиво вообще. А, водяные. Так, водяные. Я обожаю, ребята, вот этих водяных слизней. Мне их надо побольше. Мне их нужно прям побольше. Так, накапливаем воды. Взяли мы побольше воды для того, чтобы нам как-то обороняться. Посмотрите, здесь какой прям замечательный водопадик. Не водопадик, а такое, такая заводь. Кристальчики водяные тоже мы собираем. Здесь, кстати, не глубоко, прям идеальное место для водяных слизней, ребята. Идеальнейшее место. Отлично. Это какое-то просто великолепное, ребята, великолепная гавань такая. Очень здесь все красивенько, классно, чудно. Так, идем дальше. Посмотрим. Мы взяли, значит... Ух ты, там еще нужно куда-то пробраться, да? Это еще другая локация, ребята. Я заблудился, честное слово, я сейчас заблудился. Давай, полетели. Ну, в общем, я больше, наверное, радиационные слизни брать не буду. Возьму, наверное, немножко курочек. Так, курочек я возьму, пожалуй. Ну, наверное, пора домой возвращаться. Нужно нам придумать жилье. Нужно придумать жилище для вот этих вот радиационных товарищей. Ах, сундучок, монетки. Так, что у нас здесь? Может быть, что-то будет интересное, может быть. Угу. Ну, ночью они, это особенно эпично. Ух ты, здесь проход какой-то, интересно, так. Может быть, еще какого-нибудь босса найти? Есть, прикинь! Рок Гордо! Второй босс! Это нереально! Мы за одну серию, ребята, находим двух боссов. Единственная сложность в том, что я могу не запомнить, где он находится. Я постараюсь, ребят, запомнить. Вот такая прям... Это прям вот отсюда. Я думал, здесь обрыв. И если бы я сюда не подошел, я бы не увидел вот этот проходик и не нашел бы второго босса, ребята. А второй босс здесь. А что он, кстати, любит у нас? Нужно посмотреть. Каменный второй босс. И нам он даст что-то интересное. И тот, и другой. Наверняка. Веджи. И тот, и другой у нас любит овощи, ребята. То есть морковочку будем. Морковка. Морковка. Нам нужно просто собрать ее очень-очень много. Морковочки. Так, ладно. Хорошо, давайте уходим. Ух ты, нифига себе, елки-моталки, а. Вы видели, да? Радиационный скрестился с каменным. Получился каменный такой зеленый радиационный мутант слизи. Очень агрессивный, видимо. Ух ты, взрывающийся. Бум. Бум, слизень радиационный, ребят. Мутанты, мутанты кругом. Кругом радиация и мутанты. Так, идем сюда. Прекрасно. Так, интересная, ребят, локация. Интересная локация. Там еще что там? Еще там... Господи, сколько здесь места всяких разных, а? Так, а здесь я был? Я уже, ребят, не помню. Я здесь был или не был, а? Ну, вообще непонятно. Я не помню, здесь я был или не был. Давайте спустимся, посмотрим, осмотримся. По-моему, здесь я не был. Я не помню, ребят. Локации просто огромные. Нужно, наверное, пару серий для того, чтобы просто здесь побегать, осмотреться еще.
Вот это да, посмотрите, радиационное какое-то. Третий босс, ребята! Ред Гордо! А что надо-то ему? Веджи опять же нужно ему. Веджи. А если я зайду? Ничего себе он радиация-то, смотри, как он пуляет, а. Так, три босса, ребят. Мы нашли три босса. Это мега круто, ребята. Это мега круто. Так, это у нас... О, как раз Веджи. А, вытащить-то я ее сейчас... Ну, нужно с чем-то пожертвовать. А, не хочу ничем жертвовать. Ну, ладно. Ну, тут так-то немного Веджи этого. Ну, буду знать. Хорошо, Веджи. У нас здесь есть морковочка нормальная. Так, покормим, покормим мы тебя. Интересно, три босса мы нашли. Прекрасно, ребята. Мы сегодня просто молодцы вообще прям. Повезло нам сегодня, реально, очень сильно повезло. Нам нужно просто вернуться теперь домой. Давайте мы вернемся домой. Как это сделать? Наверное, нужно... Там какая-то локация. Может быть... О, какой-то сундучок мы нашли. Шикарно. Так, курочки давайте к нам. Еще у нас здесь морковка, я понял. То есть нужно будет собрать морковочки побольше. У меня еще там дома есть морковка. Нормально, мы еще здесь морковка, круто. Теперь куда мы идем? Давай сюда пойдем. Тут-то что? А тут у нас, еще вижу. О, телепорт. Отлично, домой, сразу домой, классно. Так, давайте мы сразу продадим наши водяные кристальчики. Покормим. Я думаю, вот этих вот товарищей. А их давно не кормил. О-хо-хо, мега взрыв просто. Они от счастья взорвались и лопнули от счастья. Полопались. Так, вот у меня нет места, ребята. У меня нет места для того, чтобы поместить мне радиационных. Я думаю, наверное, их нужно поместить в другую локацию. Сейчас мы сделаем. Сейчас мы, ребята, все сделаем. Клубника-то у нас не испортилась, а? Клубничка-то. Давайте клубнику мы быстренько отнесем сейчас, заработаем деньжат и поставим жилье для радиационных наших слизней. Я вам любимую принес клубничку. Кушайте. Ого, 16, молодцы. Оу-оу-оу-оу, вот это да, вот это они счастливы. Они просто мега счастливые. Так, а я могу сюда пока их спихнуть, нет? А, нет, нельзя. Так. Ну ладно, хорошо, сейчас мы это все дело продадим. Сейчас мы это все дело продадим, сейчас еще соберем кристальчики. У кого тут еще есть? У кого есть? 9 штучек. Давайте, нормально. 12, отлично. Сейчас мы все продадим. А, кстати, я сейчас забегу еще к своим в пруд. Посмотрим, что там у нас. Водяные сделали. Водяные-то, они же вообще у нас молодцы. Они должны сейчас у нас поработать просто здорово. 2 слизня водяных. И они такие редкие, вот на самом деле. Они такие редкие. Так. Еще кристальчики, 3. Надо какую-то поставить им нормальную здесь установку, чтобы собирать было кристаллы удобнее. Так, можно это сделать? Нет, вот нельзя ничего сделать. Так вот вручную придется всегда собирать. Ну, 9 кристаллов, ладно, хорошо. Они дорогие, ребята, они дорогие. Мы сейчас сразу заработаем нормальную сумму. Так, отнесем сейчас на рынок, посмотрим, что у нас. 52, цена выросла, круто. Сразу 1649. Но мы готовы, ребята, мы готовы для того, чтобы построить... я думаю, будут более эпично смотреться у нас радиационные слизни в темные локации вот здесь. Вот, да, мы их поставим чуть дальше. Они будут просто светиться издали. Это будет мега классно. Так, давай сюда. Так, а может быть для них какой-то отдельный надо, нет? Да вроде нет, не должно быть. Так... Что это такое, а? Погоди. А, нет, нам нужно просто купить. 250 для этого надо. Заселяем братву. Е-е-е, да! Смотри, какая радиация у них.
Так, нужно, чтобы они не выпрыгивали. Погоди, один уже выстегнул, а? Попытался, по крайней мере, выпрыгнуть. Да. Ну, круто, ребята, круто. Ладно, ну что ж. Я надеюсь, они не убегут. Ну, мы, ребят, сегодня просто постарались, и у нас огромная сейчас большая, просто мега такая крутая задача. Теперь мы нашли трех боссов, мы открыли новую локацию, использовали ключ, нашли радиационных слизней, заработали деньжат, собственно, построили, даже улучшили котам нашу вот клеточку. Потихоньку они приносят доходы, каждая у нас, каждая группа слизней. Некоторые доходы прям вообще прям серьезные. Ну а также мы, по сути, прокачали мы себя полностью, ребят. Мы за эту серию прокачали себя в Backpack Upgrades. Сделали полностью все, ребята, апгрейды, которые сейчас на данный момент возможны. Если вам серия понравилась, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Родригес, я вам желаю хорошего настроения. Обязательно пишите комментарии, полезные, ребята, комментарии всегда приветствуются. Я все ваши комментарии читаю. Спасибо вам, друзья, за поддержку. И до новых встреч, всем пока-пока!